Какой у нас сегодня? Добрый день! Все наши хорошие подписчики, любимые. Мы уже соскучились, мы по морю. Сейчас у нас 16 часов, 12 апреля, и мы в Суко. Идемте быстренько все посмотрим. Мы там хотели мороженое купить, но нам сказали, еще не сезон, холодно. Но здесь прохладно, здесь ветер. У нас в Краснодаре теплее было. Посмотрим, что работает. Ну там уже, где Варваровка, квартиры, там уже люди заезжают завтрашнего дня. Многие уже приехали, многие сегодня уже там приехали. Так что сезон в этом году начнется раньше, потому что апрель очень теплый. У нас в Краснодаре было 28 градусов, уже все расцвело. И сирень, и тюльпаны, и нарциссы, и вишня, и черешня, и груша уже все зацвело. Смотрим. Ну, здесь уже вот сувениры, пляжные принадлежности, уже все продается. Пробки были только в Ильском. Сколько мы там, полчаса, да, простояли? Ну, и у нас в Краснодаре, где Знаменский, там тоже пробка в сторону водохранилища. То в сторону Знаменского было, теперь в сторону водохранилища. А так, в принципе, быстро доехали. Вот уже. Да, за часа 4. Ну, мы там еще остановились, перекусили. Кафешки еще здесь все закрыты. Там вначале вот эта бургерная работает. Ну и кафе там работало. Бургерное, да, мороженое нет. Пирожки там, пиццу. Ну, такое вот, небольшие. Эти пирожки у них, конечно, большие. Пицца маленькая. Так, ну вот здесь вот, как идти к морю, еще кафешки все закрыты. Закрыто, закрыто, закрыто. Здесь тоже все закрыто, но все уже готовятся к сезону. Мы скоро и в джунгу поедем. Так, здесь тоже. Раньше же здесь большая такая, да, кафешка была? О, здесь вот уже название сняли, наверное, в этом году. Кто-то другой будет арендовать. Так, ну эти, как обычно, все павильончики закрыты. Они и летом здесь почти не работают. Так. Ветерок. И прям, говорит, вчера прям такой холодный, говорит, ветер был. Так, и здесь все еще заколочено. А мы еще такие выезжали с Краснодара. Это как взяли с собой тапочки. В машине очень жарко было. Я потом, когда сюда доехала, тапочки сняла. А он идет. Говорит, ноги буду мочить. И каждый раз возьми меня, говорит, шорты, буду купаться. Приезжаем сюда, здесь ветер и прохладно. Он такой, нет, все, купаться не буду. Вот здесь вот. Вот. И жаба, да, где-то квакает? Там речка. На речке. Так что в этом году фруктов, ягод и овощей будет очень много. Морозов не обещали. В четверг вообще обещают 29 градусов. А я уже на улицу свои помидоры пересадила, перец. Так что вот. Люди гуляют. Но там уже на стоянках тоже мест нет. Летом как-то побольше было, да, по-моему, чем сейчас? Нет, ну возле кафешки стоянки. Ну да, возле кафешки, где стоянки. Это так, еще... люди вон гуляют. Но все еще в кофточках. Мы в Краснодаре в майках ходим. Да. А здесь прям подходишь, ветерок сразу такой. Ну, посмотрим, что здесь у нас. Вот, там опять, наверное, забор. Все городят, никак не успокоятся. О, здесь уже. О, здесь где-то кафешка была. Это они новую делают, что ли? Здесь же, да, вот это вот? Ну, меня... Уже нету. Наверное, огромную хотят кафешку. Пляж как-то, да, какая-то галька другая стала, еще какой-то камень такой черный.
Да, как-то засыпали. Экскаватором разровняли. Так, там что делают? Там тоже какую-то кафешку. Там со своим забором успокоились. Вот сколько людей. Дети когда приедут. Угу. Начнется. Так, держи. Сейчас пойдем водичку пробовать. О, ты как раз в тапочках ты пойдешь, да? Ну ты ж в тапочках. Я вам кроссовки одела. Сейчас мы его и пошлем. Водичку пробовать. На улице показывает 22. Иди. Вода прозрачная, иди пробуй. Держи. Сейчас. Идите, Александр. Ну, 80. Давайте, давайте. Вода такая прозрачная. Придержи, держи. Она сейчас градусов до 12, до 13 упадет. Чистая вода, правда. Там что-то засыпали, вот здесь камни побольше. Ну что там, тепло? Отлично. Вода вот такая. Вот под краном. Прозрачная. Вот это. К воде подойдет. Лучше 16 градусов. Я бы так сказал. Там похолоднее. Да. Кому-то тепло, а кому-то... Очень тепло, да? Так. Все вот возле моря, кто в капюшонах, кто в кофточке. А так вот морской воздух. Ну что, еще поставим возле водички? Уже соскучились. Были, у нас есть видео, можете посмотреть. Мы здесь вот поднимались, сюда вот проходили, и там вот вид на беседке, когда вы сюда в Суко едете. О, нет, подожди. Дальше, да. Значит, что вот такая обстановка. Ну, вон люди все идут. Что вот так. Александр, Александр. Вы еще в Новороссийск собирались? Поедете? градусов. Когда мы неделю назад были, была 12, по-моему, а в озере 13. С третьего можно купаться.
Самое главное окунуться. Туалет и душ также остался. Mm-hmm. Ой, ужас какой. Ну, 16 градусов. В том году было в мае, да, по-моему, так вода. Слушай, знаете, я когда купался, помнишь, 20-м, там почти не было. Я купался в апреле, в мае. Май, да, на свой день рождения, по-моему. Вода теплее была гораздо. Хотя весь апрель у нас такой теплый, конец марта тоже теплый. Сколько лет не было, чтобы у нас в апреле тепло так было. Уже сразу так 26, 23 градуса, 28. А еще если ветра нет, так вообще, уже я думаю, на солнце и по 30. Я вообще такое помню, когда я только... В 2000-х годах такое было. Обычно у нас апрель холодный, еще ходили. Март тоже холодный был. Май дождливый. Июнь тоже дождливый. А в этом году вот распогодилось. Так вот где жабки квакали. Ну и после шторма здесь сели убрали. Такое. Да, почистились, чистенько. Так еще не это, еще шторм, мне кажется, не раз будет. Сезон пойдет, все чистенько будет. Вот они, квакушечки. Не, я смотрю. Как дружненько поют туда. Мясо жарят. Не, мы же туда не пойдем. Мы уже там были. Мясо пахнет. Да, вон там. Костерчик. Тогда не надо. Какая красота, сейчас подойдем. Вон еще люди идут. Так что